Уникальное модное событие, которое объединило в себе работу известного российского бренда и необъятное детское творчество, прошло в городе над Бугом. Место выбрано не случайно. Ребята приехали в Брест к белорусскому Дедушке Морозу на празднование 20-летия благотворительного фонда «Миссия» и решили совместить приятное с полезным, ведь наш город также славится модным фестивалем «Лук-Буг». Это мероприятие организовал благотворительный фонд «Миссия», город Москва. Обычно у нас на фестивале моды «Лук-Буг» представлены одежда взрослых дизайнеров, промышленных предприятий Бреста и нашей страны. А здесь мы увидим модели, которые сделали сами дети. Притом дети в основном воспитанники детских домов России, Белоруссии, и в этом показе еще участвует Армения у нас. Интересно то, что сегодня на показе детские модели будет показывать дети-модели, а вот в зале на вот этих всех местах будут сидеть именно маленькие дизайнеры. Кроме детских моделей еще представлено будет несколько дизайнеров взрослых, которых работают для детей. В 2009 году благотворительный фонд «Миссия» выбрала одно из направлений деятельности – культурное наследие. С тех пор ребята из детских учреждений выполняют творческую работу на право участия в фестивале «Рождественская мечта». По результатам каждого творческого конкурса создается выставочная коллекция, раскрывающая разнообразные грани культурного наследия и детского творческого потенциала. Льняной ткани белого цвета. По подолу платья вышло изображение богини Макоши, а руки ее повернутыми вверх к небу с просьбой об обильном урожае. В нынешнем году участие в проекте приняли более 100 воспитанников детских домов из 35 городов России, Республики Беларусь и Армении. Фонду 20 лет. Все эти годы мы возили детей, да, в Вологодскую область, да, то есть на родину российского Деда Мороза. Но в 20-летие фонда нам так захотелось развернуть наш фестиваль и показать детям новые территории. Для ребенка, совершив поездку в Белоруссию, это не просто открытие, это сегодня поездка даже за границу, можно сказать, да, в другое государство. И как только он вышел за рамки своего учреждения, он тут же уже совершает это путешествие, это тысячи различных впечатлений и так далее. Увидеть другую страну, другой народ, окунуться, погрузиться, ну и, конечно же, увидеть сказку, то есть, чтобы исполнилась его вот эта мечта, за которую он едет, да, к зимнему волшебнику. Но также Брест является той самой площадкой, которую мы не могли просто так миновать. Мы не могли сесть в поезд и уехать из Беловежской пущи сразу же в Москву. Поэтому мы целый день в Бресте. Сейчас дети приехали из Брестской крепости. Это тоже одно из направлений деятельности нашего фонда, патриотическая, духовная составляющая. И сейчас здесь для них это будет полный сюрприз, потому что они увидят свои изделия, которые будут представлены моделями. Уникальная коллекция благотворительного фонда «Миссия» – современный костюм с традиционными декоративными элементами – возвращает нас в прошлое. Ведь народный костюм – это произведение искусства и образная летопись жизни наших предков. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.